Зайцев вошли. Кто они? Россияне. Какие россияне? Уже флаг российский висит. Ну, вы можете конкретнее сказать, когда что произошло? Это в 5 утра нас начали ложить. Вот здесь мы, вот команда вот эта вся. Мы целую ночь, мы строили баррикады. Как-то так. Вот. И, короче, в 5 утра два КАМАЗа. Они разбежались. Они тихонечко раз-раз. Они это кто? Это одеты, ну, не в солдатской форме, повязками. Вооруженные. Вооруженные до зубов. Понятно. А экипировка. Мы помогали им носить даже оружие. Как оружие? Мешки. Автоматы, пистолеты. Автобус мы разгружали, помогали. А два КАМАЗа поехали. То есть уже через 5 минут был захвачен Совмин. Совмин или Верховный Совет? Да. Совмин? Совмин. Но правда там кидали шашки. Здесь без шашек. Они побили окна. А журналистам? Почему? А с кем? Священник? Не, я, ну, как бы, я покажу. К Самину нельзя подойти? Нет. А что случилось? Не знаю, команду сказали, никого не подойти. Понятно, спасибо. Mm-hmm.